Добрый день, Раф, мировой Кли. Вот скажите, пожалуйста, Раф, а вот находиться в правильном намерении, находиться в диалоге с Творцом, находиться в молитве в правильной, это навык, вот такой навык, когда ты должен каждый день его улучшать, настраивать, изучать, с этим работать. Вот это навык мы должны на себе получить. Да, мы должны обрести постоянное желание в себе к единению, чтобы в нем раскрыть Творца. Да. Наше объединение – это то кли, в котором раскроется Творец. А вот, Раф, такое ощущение, что каждый день выходишь в мир и учишься заново построить молитву. Очень хорошо. К товарищам. Очень хорошо. Это значит, что ты каждый день выполняешь какую-то свою норму. И поэтому должен начать следующий день заново. Прекрасно. Спасибо.